Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня еще одно стихотворение Сергея Александровича. Ты ушла, и ко мне не вернешься. Позабыла ты мой уголок, и теперь ты другому смеешься, укрываясь в белый платок. Мне тоскливо и скучно, и жалко. Неуютно камин мой горит, но измятая в книжке фиалка все о счастье былом говорит.